Не торопись. Теперь помедленнее. Но! Не торопись! Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака. Но! Пропустись со мной, дружище. А теперь Дерван. Дерван. А не Гаспера. Но! Так как же так? Я же не знаю. Эй! Императорской страны. МГР император наделал штаны. Что ты сказал? Кто тебя выручил? Ну, Чешко. Пятьдесят лет труда. Все на смарку. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладным не стало ночью.
Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю. Все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Чертяка змееглазый! Чтобы получить такой меч. Не смотри на меня так. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Следы сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Смердит человеческой мочой и водкой. Варвары. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы.
Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починят повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть. Береги себя. Бабка моя рассказывала, как из Ницов сынок пропал. Мужики начали ведьмака покупать. Следы ведут обратно в деревню. Но он отнекивался, то... Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. Сделай себе прощу. Сожрал. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришлешь. Говорят, положили тело его в склеп. Тут след обрывается. Я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен извиниться. Я извиняюсь. Урод! Гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Опять мне косуру деревца пообщипали. Не гостерат. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижины нарекли. И вообще, что за имя такое Дерван? Нильфгардская. Бабка моя была из Назаира. А, вот значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость, Дерван. Пусть вас золотое солнце ведет подальше от моего порога.
у тебя с рожей? Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Непелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они все в жопу! Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да неважно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу. Бывай. Чертяка змееглазый. Ишь, на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Но пошло. Но. Но. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже.
Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Вот и несчастный колодец. Полуденница? Интересно, что она здесь делает. Странно. Она не нападает. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир.
мужчину всадили нож. Он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Может пригодиться. Браслет. Может, он связывает душу девушки с этим местом? Пятна крови едва различимы. Кого-то сюда тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Широкий таз ма... Надо сжечь. Может, у нее на руке придется... Удачный браслет с гравировкой Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Thank you.
Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Держи. Все.
но пошла. Как вы, блядь, не научитесь? Не отпускай его! Убьем его так!